Привет, ребята, с вами Каиса, и я продолжаю играть в Fox of War, PlayStation 1 версию американского региона, команды пиротехников на уровне сложности Hard за Мэр Дефикс. И у нас впереди 18-я миссия «Я шпион». По идее, отличий быть вообще не должно. Вот сейчас норма или Hard, все то же самое, по-моему. Ну, разве точнее гранаты будут кидать? Возможно. А так мы должны разделывать как под орех тут все. Я думаю, с чего бы начать лучше всего. Взять кластерку. Наверное, да. Левого шпиона я, наверное, оставлю, как всегда. Который слева находится. Будем закидывать ближнего. Ближний, наверное, самый опасный из всех. Потому что он находится близко. Десять. И не десять. Ух, там аптечка. Да, надо аптечку. Так, дебют мой любимый. Он прячется. Это хорошо. Так, пойдем добивать того, но аптечку, наверное, лучше не брать пока. Сейчас объясню, почему. Могут потравить моих. Может не хватить на всех аптечки, а у них 5. Ну хорошо, будет 4 газовые гранаты. Куда бы встать вообще? 40. Ох, я уничтожил? Нет, не уничтожил. Казалось, аптечку уничтожил. Так, ну этот уже не прячется. Ну ладно. Ему же хуже. Сейчас будет травить. Или ТНТ ставить. Тоже вариант. Но скорее травить будет. Да. Вот не зря я оставил аптечку. Травить будет первого моего Гарри. Блин, двоих отравил. Вот это уже хуже. Так, ну ты пойдешь вылечишься, естественно. Когда травят двоих, это прям беда. Одного-то еще не смертельно. Так, а может огнемет попробовать? Или он не на ровной поверхности стоит? Да, хрень полная. Это ваш огнемет. Ну да, он стоял как-то не на ровной поверхности, я запорол только. Сейчас, если и удастся. Тут надо. Тут я могу своего еще поджарить. Это будет плохо. Да. Не очень хорошо вышло. Ох, он еще собирается одного отравить. Вот это уже хуже. Так, Трэвис, что ты будешь делать? Куда тебе встать лучше? Лучше куда-нибудь сюда, за гору встать. Попробовать с миномета. Оставим шанс этой попытки. Так, а где он там? Я вот не помню. Ой-ой. Надо было чуть правее взять.
Аптечный этот выходит. Это, кстати, аптечку может спереть. Но нет. Будет тоже пытаться сейчас отравить. Но этот не докинет, я думаю. Так, возьми аптечку. А, у этого кластерка есть, блин. Надо заканчивать вот этого. Но я откроюсь тогда. Ага, вот ты где. Свинячья морда. Я тебя вижу. Готов. Так, и кого ты будешь стрелять? Из снайперки будешь стрелять. О! Ты смотри, смотри, что происходит, ребят. Я же говорю, он какой-то на багованной поверхности стоит. Но он, мне кажется, все равно выстрелит. Или нет? Надо же. Забаговал шпиона. Так, ты пойдешь аптечку возьмешь. Не знаю, может левого начать атаковать. Или просто спрятаться пока. Но аптечку надо взять. Ладно, пока спрячусь. Этот тоже прячется. Мэйд. Блин, я сам тут застрял. Теперь. Вот из чего в него стрелять? Давай из пистолета пока. Этот тоже прячется. Так, ну я боюсь, у него много хп еще. У этого шпиончика. И выдержит он. 60, да. 4 хп, да, он будет ТНТ сейчас ставить. Ну ладно. А, нет, и снайперки. Ну и снайперки нормально. Переживем. Так, это я где вообще? Ну что, добиваем его тогда? Куда-то встать какое-то в такое место. Не знаю, хорошее это место. Или так себе. Да, их двое. С кого начинать? Ага, скидывают ящик Супер ТНТ. Так, а ты далеко от ящика находишься? Нет, ты рядом. Возьмешь тогда. Может, даже успеешь добежать. Хотя это вряд ли, конечно. Но медали мне нужны. Так, нет. Пойдем, наверное, понизу. Вот здесь вот. Так, они пока прячутся. Может быть, и стоит переждать. Действительно. Хотя вот этот может и зарядить, попытаться. Так, ну сколько возьмем мы? Давай так. Вау. Я, похоже, страйк выбил. Если так, то это вообще круто. Хезер бы хорошо за аптечкой сбегать.
Она попробует по тому дереву вот стрельнуть. Я не знаю, сколько надо брать, но много надо брать. Может так? Ну да, пойдет. Так, все, надоело прятаться. Выходит. Я надеюсь, ты мой страйк из-под носа не возьмешь у меня. Если там вообще страйк. Погоди, он кидал гранату? Он же кидал уже гранату. Ну да. Так, пока тот открылся, надо по горячим следам его дальше бить. Блин, я его совсем не вижу. Где он там? А, вот, вижу. Нормально? Ух, хороший выстрел. Правда, он аптечку может спереть. Стоп, а вот этот не кидал еще гранату, по-моему. Так, ну надо идти добивать его. По-любому. Подойду поближе. Вон он. Он аптечку может взять следующим ходом. Это плохо. Так, ну а ты идешь взрывать сооружение. Но, кстати, иногда не взрывается почему-то. Я ставлю вовнутрь вот. Посерединке даже встану. Должно взорваться. Бабах. Да. Отлично. Медали можно взять. Нет, он даже за аптечкой не идет, смотри. А тут что у нас строй... Оу, ё-моё, чё я взял? Я взял огненный страйк. Попробуем. На вот этом дереве. Погоди, где он? А, вот он. Не знаю только как крутить вот это вот. Может не очень эффективно пойти. Ну полтинник вроде только всего лишь снял. Ну 65 хп еще остается. Опа, он выходит на простор. Ну только бесполезно. Ну. Так, Хезер, ты пойдешь добивать того в ящике. Может даже аптечку возьмешь, если успеешь. Не, не успеет. Далеко бежать. Ну ладно. Так, один шпион остается все лишь. Ничего сложного. Ну куда ты забрался-то? Че, тебя отсюда видно, что ли, что-то? Так, Генри. Че у тебя есть?
Так, вон это дерево наглое. Не знаю, сколько брать примерно. Может так? Не, маловато будет. Но 24 хп снял, и я его вниз опрокинул. Доски. Так, у меня кластерка была у кого-то. Но не помню у кого уже. У кого-то была. Ладно, постреляем тут из миномета. Я, кажется, вижу его. Не знаю, видит ли он меня. Так, только не помню, какое дерево. Эх, недолет. Чуть больше надо брать было. Ну ладно, сейчас мы его... А, во! Давай-давай, друган. У тебя и хп много еще. Сейчас, может быть, ваншотнем. Если получится. Должен быть готов, по идее. Да, готов. Вот так вот легко проходится 18-я миссия. Девятнадцатая впереди, вот это там, да, там мучения начнутся. Уф. Я благодарю вас, ребят, за внимание. С вами был Каиса. Всем удачи и услышимся в следующей серии. Пока-пока.